Многие думают, что кусачие собаки становятся таковыми из-за неправильного к ним отношения, а также из-за стрессов. Тем не менее, существуют такие породы, которые могут цапнуть даже верного хозяина, причем тогда, когда им захочется. Кусачая такса. Лучше этих собак не злить. Разозленная такса способна очень сильно покусать даже своего хозяина. Происходит это из-за наличия в животном природных охотничьих инстинктов. Тем не менее, если не подвергать питомца стрессу, то в условиях семьи она будет уравновешенной. Характер чау-чау. Профессиональные заводчики призывают с полной серьезностью отнестись к данной породе. Внешне милый и плюшевый медвежонок может и цапнуть, если что-то ему не понравится. Тем не менее, характер собаки можно выправить, если полноценно заниматься со своими питомцами. Несмотря на свою привлекательную внешность, приоритет в содержании собаки отдается людям с опытом и пониманием в собаководстве. Маленький доудаленький, порода чихуахуа. Судя по внешним размерам, эта миниатюрная собачка не способна к нападению. Однако кинологи опровергают это утверждение. Склад собаки сформировался из двух аспектов – злости и робости. Исходя из этого, собака может укусить, но нападает тогда, когда хозяин меньше всего будет этого ожидать.